Роман, да, сегодня мы прошли с вами, ребят, очень две темы интересные. Вот, это теплые контакты, это построение имиджа в сети интернет. Роман, для себя какую-то ты новую информацию, да, которую ты сможешь применить на практике в этом обучении, была ли она для тебя здесь? Да, Константин, конечно, была данная информация для меня очень полезна, так как я новичок в малом бизнесе. Информация была изложена очень понятно, мне доступно. Я все понял, во всем разобрался. Как бы вопросы есть, но на большинство вопросов ответы уже как бы я получил. Сможешь ли ты ее применить, да, для своего бизнеса? И легко ли эта информация дублицируема? Информация дублицируемая легко. Дублицируется. Ну и применять на своем бизнесе, конечно, это все очень просто. Нужна только практика. Все, Роман, большое спасибо, да, тебе за отзыв. Вот. Будем с тобой строить этот бизнес, ну и вперед к нашим целям, мечтам. Ну и думаю, мы с тобой увидимся, да, в Бразилии. Было бы здорово. Все, спасибо тебе. Угу.